Друзья, всем привет! Вот вышли с доченькой прогулять. Вот она катается на гироскутере. Видите, такой гироскутер у нее. Клевый. Он такой тяжелый. Вот сумка специальная для него. Вот она. Вот она довольно-таки быстро. Смотрите, как я умею. Быстро научилась ездить на нем. Вот, смотрите, как я еще умею. Видели? Вот просто нагинайтесь вот, вот так. И вот так, вот так, вот так, вот так. А если хотите очень быстро, то смотрите, что вам надо делать. Вот так, на полосочке и вот так. Вау! Тогда вам будет быстро. Кстати, на нем не очень легко кататься. Сначала научитесь. На скейте или во скейте, то можно. Это раскрутить, если честно, я уже к весне научилась. Я уже весной научилась. Потому что я поняла. Лизенька, ну ты стоя катаюсь, а так же интереснее. А так быстрее. Ну я тебя поснимаю, ты стоя катаюсь. Вот, сейчас мы поехали. С тайцем можно играть ты, вот догонялки. На гироскутере. Мне нравится один гироскутер и игроки, которые умеют кататься на гироскутере. Нам понадобится гироскутер один и намного гироскутеров. Вот, и игроки, которые умеют кататься на гироскутере. Еще есть электронный велосипед, электронный самокат. Ну, короче, вы поняли. Держать равновесие. Это не так просто. Вот, смотрите. Не просто руки вот так, не вот так. Можно как угодно и так. Но это вам не даст кататься. Но это вам не даст кататься. Поехали туда на солнышко. Бомбами. Ставьте лайк. Ты немножко от меня подальше, а то ты в экран не попадаешь. Там обрыв. Вот, друзья, видите, как она клево катается на гироскутере. Молодец. Вот видите, друзья, неплохо у нее получается ездить, да, клево. Не, по такой большой ты не проедешь, Лизок. А если хотите, чтобы очень было быстро, просто нагнитесь на корточки, и вам будет очень быстро. Слезайте быстро, потому что это ошибка, и вы можете упасть. Смотрите, вы можете вот так поднять что-то, убираться, поэтому это очень.
До меня дотронься. Видите, и он, этот гироскутер довольно-таки мощный. Видите, смотрите, он даже по траве ездит. И по кочкам. Да, и по кочкам. Сейчас я вам тоже классно покажу. Посмотрите, я сейчас даю до турников и вам покажу, что он умеет. Вот, смотрите, я вот так даю. Ну, друзья, видите, он такой, ну, с большой скоростью едет довольно-таки, этот гироскутер. Гироскутер. О, упала немножко. Упала, Лизок? Вот, все. И смотрите. Туда не едь, а то сейчас ударишься в эти железки. Аккуратно, Лизок. Ай, блин, я ударился головой. Вот говори, а я не ударилась, сам ударился. А, не посмотрел, прям головой треснулся. Вот, смотри. И вот, смотрите, подписчики. Что? По траве. И забираться на голову. Ой, блин. Чуть не получилось. А на траве очень легко забираться, поэтому не волнуйтесь. На траве, если вы упадете, ничего не случится. Вот, все. И покрутили. Поехали. Тихо, Лизок. Аккуратненько, я тебе говорю, не едь по траве. Сильно ударилась. Не едь по траве, говорю тебе. Тут же она же, кочки везде, яма, а ты едешь. Поставь на асфальт и там едь на асфальте. По траве не едь. На камень наехала, да? Ну, я тебе говорю, ты едь по дорожке, по асфальту. Пап, мне надо вот даже... Папа, а как мне доехать сюда? Зачем тебе на песок ехать? Давай тащим его вот на дорожку, на асфальт, и будешь ехать. Давай сюда затащим. Нет, а тут где ты будешь кататься? Ну вот, покатаюсь, потом вот так.
Все, выехала.